Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом Игры». И сегодня мы продолжаем серию обзорных видео торговой марки Джека. Именно в этом обзоре мы бы хотели вам рассказать о таком классном наборе для творчества, который называется «Рисование кистями-фломастерами. Подводный мир». Как видите, очень классно упакована, очень подарочная, яркая упаковка этого набора. Производитель рекомендует этот набор для деток от 7 до 13 лет. Все можно увидеть, краткую информацию прочитать уже на упаковке перед тем, как вы его покупаете. Итак, давайте откроем и ближе посмотрим, что же вы найдете внутри. Итак, внутри в коробочке вы найдете 5 фломастеров кистей. Вот такой вот пузырек с перламутровой краской. Подробная инструкция, она идет в картинках, не привязана ни к какому языку. И, собственно, как обычно, 4 картинки заготовки, очень плотный картончик, то есть очень классное качество самих заготовок. Ну, соответственно, картинки связаны с разными морскими жителями, так как набор называется «Подводный мир». Итак, как же это работает? В инструкции иллюстрированы, все подробно описано. Производители молодцы. К каждой картинке идет подробная инструкция. Видно, какую мы берем, какой номер фломастера нам нужно будет взять пошагово, где мы рисуем линии, где рисуем точки. Для чего же нужна перламутровая краска? Для того, чтобы в завершении своего вот такого вот творчества сделать вот такие вот, здесь видно на упаковке, объемные капли, то есть как настоящий такой подводный мир, оно будет смотреться более объемно и красиво. Картинки получатся очень яркие, сейчас они такие бледные, с оттенками цветными. Картинки получатся яркими, можно украсить интерьер, кому-то подарить. Я думаю, будет классный презент. Приобрести вы можете у нас в интернет-магазине «Дом Игры». Спасибо за внимание, всем пока!